Откуда две бороды? Не твое щенячье дело. Проехать полстраны, чтобы ограбить приют для бездомных? Есть сообщница, которая все организует. Что за сообщница? Дерьмыш! Мам! По-прежнему лупишь, как твой отец. Не буду я работать с этой мымрой. Да ладно, давай тряхнем стариной. И снова заживем в хлеву. Всю жизнь мечтал, я за. Хочешь получить работу, тогда не разевай хлебала. Заходим, мальчики. Клянусь, у этой пилотки губы орангутанга. Простите? Ну чё? Эльф! А он что тут делает? Да ты гигант! Пошел ты! Это приют. Теперь вы будете работать от нашего имени. Пожертвуйте, мелочишка. Подумайте о ком-нибудь, кроме своих поганых рож. Благослови вас, Бог. Урод прижопистый. От тебя разит виски. Ты знал правила и попрал их. Попрал? Ты что, никого я в попу не драл? А тебя выдеру. Я хорошая девочка, но иногда хочу быть плохой. Скажи мне, как это гадко? Мы в подворотне, вокруг мусор. Конечно, гадко. Скажи, как это мерзко! Ну ладно, это мерзко. Я бы попросил вас выбирать выражение, раз уж надели этот костюм. А я бы любезно вас попросил отсосать мой член. Ну все, пора. Однажды я пережрал бекона и не срал 2 недели. 4 недели! Твой отпрыск. Я так похож на него. Не видишь, такой же засранец, как и ты. Как же иначе?